Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новое видео. Сегодня у нас новое видео по армии, я знаю, что многим ребятам данная рубрика очень-таки понравилась, и вот-таки я наконец-таки приехал и зашел на данный аккаунт, и неплохо так офигел от того количества кристаллов, которые сейчас я имею на данном аккаунтике. Безусловно, вы просто красавчики, сейчас я открою рефералку, и мне за рефералку уже дало целых 22 тысячи кристаллов. Для меня это очень-таки большие кристаллы, я бы так сказал, и безусловно, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы играете на данных аккаунтах, то, что вам данная рубрика тоже понравилась, как и мне. Моя звоночка, как видите, сейчас только сержант, но у меня уже есть ребята в армии, которые добрались до воронт-офицеров. Им очень-таки нравится данная рубрика. И очень-таки интересно все получается для меня, так точно. 38 тысяч кристаллов у меня на данном аккаунте имеется. Сегодня у нас вышли новые комплекты. Сейчас давайте мы их заценим. Безусловно, у нас выходит дикарь. На одном из аккаунтов я данный комплект уже покупал. И сегодня таки вот я приобрету себе тоже данный комплектик. Стоит у нас 25 тысяч кристаллов. Немного больше. Какой у нас модуль нам дадут? Дельфин. Дельфин. Давайте посмотрим, что это у нас будет тогда. Дельфин. Дельфин. Это будет резист от смоки. Неплохо. Покупаем данный комплектик. И давайте в какую-нибудь каточку тоже зайдем. Немного так на нем обкатаем и посмотрим вообще, как оно все будет. 12 целых тысяч кристаллов у меня еще остается, поэтому вот как-то так у нас получается. Зайдем сейчас быстро, быстрый бой нажмем, обкатаем, посмотрим, как он на сержанте вообще себя ведет, данный комплект. Данный комплект у меня уже был на моем бездонатике, и что я могу сказать? Точно то, что данный комплект очень-таки хорошо подходит для тех любителей, которые любят быстро передвигаться по карте, то есть колоссальный дамаг наносить именно таки со стороны базы противника, то есть легко можно быстро заехать за спину любому игроку, при том, что на таких званиях игроки еще не очень-таки опытные, и быстро, оперативно можно надамажить противника. Смока одна из лучших пушек на таких званиях, по моему мнению, но безусловно сейчас фриз еще у нас является очень-таки хорошей пушечкой. Ну вот, например, так вот можно было бы просто отъехать и не дать данному игроку что-либо сделать. 2,5 минуты до конца данного боя. Я думаю, сейчас мы данный бой докатаем. И на этом, в принципе, данное видео потихоньку будет подходить к концу. Безусловно, ребят, все, кто у нас еще не участвует в армии, то я оставлю все ссылочки, ссылочку главное на рефералку. Все, ребят, кому не сложно, то создавайте аккаунт по рефералке, подключайтесь к нам, стримы у нас проходят по армии, как уже у нас принято, в 12 часов дня по выходным дням, то есть это у нас суббота и воскресенье. Пока стримить у меня не получается по будним дням, я уезжаю, стримы у нас только по пятницу, субботу и воскресенье, поэтому приходите на армию, катайте вместе с нами, мы все играем, ребятки, на голосе, поэтому присоединяйтесь, почему нет. Очень-таки интересная рубрика, как по мне, все могут играть вместе, нагибать с одинаковыми никами. Очень-таки интересно. Безусловно, изначально данную рубрику я делал, чтобы нагибать такие игроков с тегом вор в законе, но в итоге, пока у нас такого жесткого сверх ничего не получается, так как забрасывают очень редко вместе с ними, но если забрасывают, то всегда происходит это все дело интересно, поэтому тоже, если вы не любите Enigma, не любите данных игроков, то обязательно вам сюда присоединяйтесь и нагибайте вместе с нами их. Ну, а в принципе, на этом данный ролик подходит к концу. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну, на этом все. Спасибо, ребят. Пока.